Скажи, вот, скажи, это пластиковые деревянные ящики, скажи, уже надоели. Так он захотеть не хотел, а этот ящик ему хотелось, видимо. Он тянулся, вот коготком зацепил, подтащил к себе. Страшно, зайдешь, говорит, закрой. Как у него лапка? Так, как всегда. Так не ходит почти. Не знаю. Все. Может, он боится наступать на нее просто? Не знаю. Вон этот, как его, лист-то, который со сломанной лапой, тоже боится наступать на нее. Они все боятся. Может быть. Это Тоня подсматривает. Тонька. А я ее закрыл, чтобы она там надо убрать.